Алтайские спортсмены привезли 33 медали с 10-го международного турнира по китайским боевым искусствам. Среди них 6 золотых. Соревнования, которые проходили в городе Цанчжоу, являются своего рода олимпийскими играми по кунг-фу. Всего в составе российской сборной участвовало 45 спортсменов, из них 17 – жители нашего края. В программе алтайских кунг-фуистов было выступление с традиционным оружием и кулачное искусство. Сегодня спортсмены и их тренер Владимир Сурков дали первое телевизионное интервью после победы. В этих соревнованиях принимало участие более 3500 спортсменов. 54 страны было представлено. И представьте, такой огромный зал, где 4 больших ковра, и ребенок выходит на ковер. Конечно, не каждый может справиться со своими чувствами, но эти дети показали себя бойцами. Кстати, тренер Владимир Сурков сам принял участие в соревнованиях как спортсмен. В Барнаул он тоже вернулся с золотой медалью. Уже с завтрашнего дня бойцы опять приступят к тренировкам. Впереди новые соревнования. В конце ноября в Барнауле пройдет международный турнир по кунг-фу «Путь дракона», а в апреле столица края примет у себя чемпионат России по кунг-фу.